8 августа исполняется 76 лет со дня рождения советского актера театра и кино Юрия Каморного, детство и юношество которого прошли в Кировске. Почитательница его творчества Людмила Топоркова рассказала нашему корреспонденту несколько новых фактов из жизни артиста, которые связаны с нашим городом. Кировчанка Людмила Топоркова занимается составлением биографии известного земляка, особенно той части, которая касается его жизни в Кировске. Например, недавно она выяснила, кто был тем другом, с которым актер в 1962 году ездил поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Это был Эдуард Васильев. Он был одноклассником Юрия. Они вместе занимались здесь в театральной студии, в ДК. Играли в спектаклях Народного театра. Вот теперь мы знаем, что именно Эдуард Васильев был тем человеком, кто ездил с Юрием. Школ, в которых учился Юрий Каморный, уже нет, но остался дом, в котором он жил. Его точный адрес Людмила Топоркова тоже выяснила недавно. Это Парковая, 18. Однако место для памятной таблички инициативная группа выбрала совсем другое. 75 лет исполнялось со дня рождения. И вот здесь вот в ДК, в зеркальном зале, и вот было принято такое решение об увековечении памяти Юрия Юрьевича. Памятную доску решили установить на Дворце культуры, потому что он здесь начинал свою актерскую деятельность. Сейчас инициативная группа разрабатывает эскиз памятной доски. Ждет идеи и предложения от почитателей творчества актера и приглашает кировчан присоединиться для общения в группу ВКонтакте. Она так и называется – Юрий Каморный.